Ох ты, прям в голову мне, спасибо. На, раз, два, три, четыре, пять. Есть, готов. С 5 выстрелов. Нормально? Вообще нормально. Так, отходим сюда. И потихонечку всех сейчас отстреляем. Так, готово. Да ё-моё, не хватило на этого полицейского. Полицейский какой-то сильно... Да-ду-да-ду-да. Дуда-плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Walking Zombie 2. И у нас есть здесь задание. Вот, идти в научную базу и попросить у них немного яда. А зачем нам нужен яд? Нам нужно отравить бандитов. Отравить воду бандитам, вот что значит. Таким образом отомстить. О, слушай, чувак, а что у тебя продается интересное? Вау, какие-то кожанки, броня 16. О, я бы такую купил, ну сколько стоит? 2700, чуть-чуть не хватает. Так, броня 16, да, а у меня сколько? Сейчас, секунду, подожди, я посмотрю себя. А у меня тоже 16, плюс критическое попадание, так что нет, спасибо. Нет, неинтересно. Вау-вау-вау, тихо-тихо-тихо. Сейфочек. Сейчас сейф быстренько откроем. Да ё-моё, отмычка вонючая. Короче, она очень медленная. Я уже привык к той быстрой. 3 гранаты, 2 бинта, 700 монет. Прикинь, я привык уже к той быстрой отмычке. Я, видишь, уменьшил скорость. Смотри, они что-то тут строят, смотри. Все-таки они что-то там... Я говорю, что они там протирают эти баки. Баки что-то гладят. А они вон что-то уже, смотри, настроили. Интересно. Но это до сих пор баки протирает рукой. Не знаю, что делать. А ну-ка, зайдем сюда. Поговорите с врачом. А, вот, нифига они тут базу какую сделали. У них он даже врач есть, смотри. Капюшончики, да? А, нет, это борода. А что тебе нужно? Я слышал, у вас есть запасы яда. О, да, у нас есть кое-что. Они на первом этаже. Я могу пройти туда и достать их? Я поговорю с охранником у лифта, если ты принесешь и мне. Хорошо. Но, наверное, там будут зомбаки. Признайся честно. Дядечка-врач. Дядечка-врач, признайся честно. Там куча зомбаков, наверное, да? Спуститься вниз, конечно, там. Так, где у нас? Вот он, охранник, или что? А, все, можно просто спускаться и все. Так, ну давай. Вниз спускаемся. Вау-вау-вау, как я догадался, смотри. Куча зомбаков. Блин. А чё они так все делают красиво, а зомбаки у них на первом этаже сидят? Нормально, да? А тихо ты. Раз. Два. Три. О, как раз на вас двоих патрончиков хватило. Да они вон дырки. Дырки прокусывают и оттуда лезут. Ёлопалы. Так, вас нужно подзорвать немножечко. И еще раз. Да ё-моё, вы живучие гады. Сколько на вас патронов тратишь, а? Слышь. Давай, давай, быстрее уже. Перезарядка. Готов. Вот еще во сколько. А ты чё? Без головы дерешься. Эй, смотри, этим пофигу, я в них стреляю что-то. Готов. И ты тоже готов. Все. Отдыхайте. О, подожди. В смысле, такой-то зомбарь тут сидит? Эй. Что-то как-то... Что там зомбарь-то делает в бочке этой? Ой, сколько же вас много, ребятушек. Ладно, там еще, смотри, выползает. Там еще много выползает этих зомбарей. Ладненько, хорошо, что здесь есть волшебная бочка. Давайте, ребята, сначала сюда отойдем. А теперь сюда. Ой, да сколько вас много. Как же мне вас всех взорвать-то одной этой взрывалочкой? Наверняка же не все умерли. А, вот.
Ты гад, чё медленно так шел? Тут кто остался живой? А ты чё со всеми не ходил, а? Гад. Вау-вау-вау-вау-вау. Смотри, толстопуз. Да ты не веди его ко мне. Взрывайся давай. Так, сейчас грузим-ка всех здесь. Отфигачим. А я хочу вот этого. Да ё-моё, чё ты мне попался под руку? Я охранника хотел взорвать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нехорошо. Нехорошо. Да мне тут еще мэр будет. Платит мало. Я столько делаю этих самых сложностей здесь, чтобы этот яд достать. Да ё-моё, видишь? О. Хорошо, доступ разрешен, спасибо. Так, здесь что, нету зомбаков? А, нет. Потихонечку появляются, вон, смотришь. Так, ребята, вы там... А что тут написано взаимодействовать? С кем? С зомбаком, что ли? Так, ребята, давайте быстренько все вылазим с домиков. Во, тихо-тихо, не драться. Так, не драться. Ну, сколько ударов-то нанесли, агады. А, вот яд. Так, все, всем отдыхать, всем спать. Вот, раз, яд. Где у нас еще? Два. И вот три. А три, да, у нас контейнера. Хорошо. Найдите достаточно контейнеров с ядом. А, еще искать? Нифига себе. И, конечно же, тут зомбаки эти проснулись. Вау-вау-вау, стреляющий. Гад, гад, гад. Ну, хоть этот один раз стреляет, а не куча там, знаешь, выкидывает. Ох ты, прям в голову мне, спасибо. На, раз, два, три, четыре, пять. Есть, готов. С пяти выстрелов, нормально? Вообще нормально. Так, отходим сюда. И потихонечку всех сейчас отстреляем. Так, готово. Да ё-моё, не хватило на этого полицейского. Полицейский какой-то сильно заморочен. Так, бежим дальше. Налево, направо. Направо. Открываем. А, ну и тут куча зомбаков будет. А тут нету этого взрывателя, да? Да, взрывателя нету, к сожалению. Ладно. Будем с винтовочки стрелять. Во, нормально прям. Блин, ну не хватает. Не хватает пуль. Критический удар, нормально, понял. Что-то вас больше стало, нет, ребята? Ой, что-то вообще не туда, не туда. Все готово. Да какие-то катакомбы, слушай, были бы, хотя бы здесь лежали бы... Сейфы хотя бы. Было бы хорошо. Тут даже сейфов нет. Приходится. Сзади никого нет, нормально все. Только вот здесь, да, ребятушки, ходим. А ну-ка. Светошумовую сделаем вам. Раз, два, три, четыре. Все готово. Да, этот мэр мне должен вообще нормально тут платить. А как обычно. За конфетку. Да ё-моё. Хорошо, доступ разрешен. Фух. На последнюю попытку. О! Опять зомбачье. Как вы меня уже достали, слушай. Раз, два. Тихо. Три. Четыре. Раз. Два. Ух ты. Бабищу аж подбросил. Так, меняемся. Так, а ты что так быстро ходишь? Алло.
живучий, смотри, как я. Вот это полицейский живучий, агат. Все, есть, отдыхайте. Смотрим здесь, какая-то... смотри. Трупаки лежат, интересно, почему? Это же больница, смотри. О, контейнеры надо забрать. О, это стоматологический кабинет стопудово. Ох, нифига там пила какая, нормально, жесть. Антисанитария. Смотри, взломанный шкафчик, эти не открываются. Где-то еще один контейнер, слушай. Ой, я чуть это... Где-то еще один контейнер лежит, вот он. Все, миссия завершена, запасы яда. Все, теперь можно вернуться в город. Теперь можно возвратиться. Я хочу просто посмотреть, не пропустил ли я чего-нибудь интересного. Нет, ничего не пропустили, и возвращаемся домой. Идем домой. А, и до нашего мэра бежим. Ну, сначала быстро торговцу все скинем. Что у нас тут есть? Вот эта всякая фигня. Так, ну и вот эти витамины мы еще продадим. Все. Идем к мэру. Сколько он там нам денег заплатит? А, все отлично. Давай деньги. Вообще копейки какие-то. А теперь иди в карьер и вылей его в воду. После этого бандиты передохнут как мухи. Свежая вода задание. Свежая вода? Ну, ну и название, да? О, нет, подожди, это руби было. Понятно. А что у меня в сундуке? А, очки умения. Так, давайте сразу быстренько очки умения. 8 баллов. А, куда же потратить-то, а? Здоровье, торговля, целительство, защита, критический удар. Давай на критический удар повысим. Во. Все, нормально. Увеличивает вероятность нанести критический удар врагу. Больше тут ничего интересного у меня нет. А, награда у меня есть, нифига себе. Вот, хорошо. Награда 100 патронов, которые мне нафиг не нужны, но я их с удовольствием продам торговцу. Где они? Ох, нифига. А, нет, подожди. Нет, вот у меня. А 90? Всего лишь? Вообще мало. Вообще мало. И эти тоже, кстати, я продам сразу. 15 рублей. Ладно, на этом будем заканчивать серию, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.